Okay, we can begin. Yeah. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Sarasati Devi Kauravani Precharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Vanchakaupatarupyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaur, Bhaktavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading the Nectar of Devotion, and we're studying chapter number 6, I think it is. Rupa Goswami is giving evidence about the 64 different items of devotional service. Итак, мы читаем Нектар Бледности, 7 главу, где Рупа Госвами приводит 64 доказательства в преданном служении. Actually, there are countless items of devotional service, but he's listed 64, which are like main, prominent ones. На самом деле существует бесчисленное множество видов преданного служения, но перечисляет 64 принципа. And today we're beginning with accepting only what is necessary. И сегодня мы начнем с принципа, который гласит принимать только то, что необходимо. Татьяна? Нарадея Пуране утверждается, если человек серьезно относится к преданному служению, ему не следует брать на себя больше, чем необходимо. Смысл этого утверждения в том, что человек не должен ни пренебрегать выполнением принципов преданного служения, ни пытаться выполнять непосильные для себя правила преданного служения. Например, иногда говорится, что мантру Хари Кришна нужно повторять на четках по крайней мере 100 тысяч раз ежедневно. Однако, если это невозможно, нужно уменьшить это число в соответствии со своими возможностями. Обычно мы советуем нашим ученикам повторять каждый день по меньшей мере 16 кругов мантры на четках, и каждый должен успеть прочесть все 16 кругов. Но тот, кто не смог прочитать в какой-то день 16 кругов, должен закончить их на следующий день. Необходимо строго соблюдать принятый на себя обет. Если человек нарушает его, значит, он пренебрежительно относится к преданному служению, что является оскорблением в служении Господу. И если смотреть на эти оскорбления сквозь пальцы, мы не сможем прогрессировать в преданном служении. Лучше дать какой-то обет, касающийся принципов преданного служения, исходя из своих возможностей, и затем строго соблюдать его. Это облегчит наше духовное развитие. All right. So, Srila Prabhupada is describing the importance of keeping our vows, just like when people take initiation, the spiritual master will give the instruction to chant at least 16 rounds daily. И здесь Шрила Прабхупада говорит о важности соблюдения обетов, подобных тому, как ученик дает перед учителем обет читать ежедневно 16 кругов мантры. So Srila Prabhupada explains how it's important to keep these vows. Once we make the vows, we should keep them. И Шрила Прабхупада здесь говорит о том, что очень важно соблюдать эти обеты, если ты их дал уже однажды. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Prabhupada's spiritual master, requested people to chant 100,000 holy names every day, which was the equivalent of 64 rounds. Бхактисиддханта Сарасвати Такур, духовный учитель Шрилы Прабхупады,
рекомендовал читать ежедневно 100 тысяч святых имен, что соответствует 64 кругам мантры. 100,000 is what they would call 1 lakh. 1 lakh in Indian counting or in the Vedic counting, right? В соответствии с ведической системой счета или с индийской системой счета, это соответствует 1 лакху, 100 тысяч. And Haridas Thakur, he was chanting 3 lakh rounds, which was, you know, 192 rounds daily. А Харидас Такур ежедневно читал 3 лакха святых имен, что соответствует 192 кругам. So when Srila Prabhupada came to the West, then he saw the difficulties the devotees had, that they're not able to concentrate very well. And so he gave an adjustment. He said at least 16 rounds must be chanted. И Шрила Прабхупада, приехав на Запад, увидел, с какими трудностями встречаются преданные в своем повторении святого имени, поэтому он сказал им читать по меньшей мере 16 кругов каждый день. Some people would come and they would say, you know, I'm only able to chant 12 rounds a day. Then Prabhupada would say, well, when you can chant 16, then you can think about initiation. И некоторые люди, приходя, говорили, я могу читать каждый день только 12 кругов. И Шрила Прабхупада говорил, если ты будешь читать 16 кругов, то тогда ты сможешь принять инициацию. Шрила Прабхупада would not compromise on anything less than 16 rounds. И Шрила Прабхупада не шел на компромиссы вроде кругов меньше, чем 16. And the idea is, if you chant 16 rounds, gradually you will increase and you will chant more. И идея состоит в том, что когда ты повторяешь 16 кругов, то постепенно ты будешь расти и повторять больше. And so 16 rounds is like the minimum rounds which we should chant. Таким образом, 16 кругов — это минимум, который мы должны повторять. Sometimes devotees are foolish, they think that because they chanted 16 rounds, the chanting is completed. But no, it's just beginning. Иногда преданные думают, что если они читают 16 кругов, то их круги, их чтение завершено. Нет, на самом деле 16 кругов — это только начало. So it's important to take vows which you can keep. If we're not able to keep that vow, then we shouldn't make that vow. И очень важно принимать те обеты, которые ты можешь соблюдать. Если ты не можешь соблюдать какой-либо обет, то лучше его не брать. Because once we make the vow, it's important that we strictly follow it. And that means for life, that we should keep the vow throughout our life. И очень важно, если ты принял обет, то ты должен его соблюдать, и ты должен это делать в течение всей жизни. And if we don't, if we make these kind of vows and then don't keep them, then it means we'll become very slack in our other practices of devotional service. И если мы принимаем на себя какие-то обеты, но не соблюдаем их, это значит, что мы очень ослабляем какие-то другие свое преданное служение в каких-то других сферах. Go ahead. Соблюдать постные кадыши. В Брахма Вайварта Пуране говорится, что тот, кто постится в Экадыше, освобождается от всех последствий греховных поступков, и его праведность возрастает. Главное, однако, не в том, чтобы просто соблюдать пост, а в том, чтобы укрепить свою веру в Говинду Кришну и любовь к нему. Истинный смысл поста Экадыши заключается в том, чтобы свести к минимуму запросы тела и максимально использовать время для служения Господу, повторения мантры и другой деятельности в преданном служении. Лучшее, что можно сделать в день поста, это вспоминать об играх Говинды и постоянно слушать его святое имя. So there are a number of pastimes concerning Ekadasi. For example, on one occasion, the devotees in the temple were all fasting,
and they were just sitting and chanting Hare Krishna, and their plan was just to sit and chant all day. И очень много игр Господа связано с Экадаши. И what temple? It was Gaudiya Math in not ISKCON. Например, в храмах Гаудия Матха преданные на Экадаши просто садятся и повторяют их в круги и не занимаются больше никакой другой деятельностью. It was in the time of Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Это было во времена Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. So an invitation came for a program inviting the devotees to come and lecture and do kirtan. But they said, no, we're fasting, we can't go. И приходило приглашение на программу, что приглашение на киртан, на лекцию и так далее, но преданные говорили, о нет, мы не можем пойти, мы постимся. So when Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada heard, he said, then cook prasadam, and everyone take prasadam and go for the program. И тогда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, услышав это, сказал, тогда приготовьте прасад и возьмите его и приходите на программу. So the point is that the preaching work is more important than fasting. И смысл в том, что проповедь гораздо важнее, чем пост. And the real purpose of the fact of the Ekadasi day is to increase our remembering Krishna. И истинная цель Экадаши состоит в том, чтобы увеличить наше памятование о Кришне. I was in Calcutta temple in Prabhupada's time one Ekadasi, and somehow the cook had cooked some beans in the vegetable. Я однажды был в Калькутте во времена Шрилы Прабхупады в храме в Калькутте, и каким-то образом получилось, что приготовили бобы и овощи. So the vegetable was served out to everyone without knowing, and devotees were taking prasadam when somebody realized there's beans in the sabji and it's Ekadasi. И таким образом эти овощи раздали всем преданным. И все начали вкушать, и кто-то обнаружил, что там бобы, а это был Экадаши. So when Prabhupada heard this, he was very upset. Prabhupada was there at the time in the temple, and he heard, he said, you all have to fast for 3 days. И когда Шрила Прабхупада узнал об этом, он был очень расстроен. В то время он как раз был в храме. Он сказал, вы все должны поститься в течение 3 дней. But a short while later, Prabhupada said, tomorrow you all observe Ekadasi. Но спустя какое-то время он сказал, завтра вы все будете соблюдать Экадаши. So Srila Prabhupada was very much concerned devotees should follow the Vaishnava calendar and they should observe the Ekadasi. They should not take grains or beans on that day. И Шрила Прабхупада был очень внимателен к тому, чтобы преданные соблюдали все особые даты, отмеченные в вайшнавском календаре, и в Экадаши не принимали зерно и бобы. I joined the movement in 1971, and I remember when we would have Ekadasi, on the day of Ekadasi, we would not take breakfast, we would only take a meal one time a day. И в то время, когда я присоединился к движению, это был 1971 год, я помню, что мы ели один раз в день, у нас не было даже завтрака. But we would have a nice, a very nice Ekadasi prasadam. It would be a full meal. It would be very satisfying. Но у нас был очень замечательный Экадашный прасад. Это была полноценная пища, и мы были очень довольны. And Srila Prabhupada pointed out, he said, fasting means also feasting. И Шрила Прабхупада говорил, что пост это то же самое, что feast. It means it means to feast. It means to have a feast. И пост то же самое, что и пир.
Yeah. Just like on the appearance day of an acharya or a great devotee, there will be a fast. Maybe we'll miss breakfast and then we'll have a feast. Это подобно, как в тот день, в день явления какого-либо великого ачарьи, до полудня мы постимся, а потом у нас пир. So sometimes people think, I have to take medicine and my medicine has grains in it, so I cannot observe Ekadasi. Иногда люди думают, мне нужно принимать свои лекарства, а они содержат какие-то продукты зерновые, поэтому я не могу соблюдать Экадаши. But I think your medicine is not as important as Ekadasi. Но я думаю, что ваши лекарства не настолько важны, как Экадаши. And I think if you miss medicine one day, it won't make a big difference. И я думаю, что если вы пропустите принятие, прием своего лекарства один день, то особо эта разница не будет большой. But by observing Ekadasi, we increase our devotion for Krishna. Но соблюдая Экадаши, мы увеличиваем свою преданность Кришне. And devotion to Krishna is the real goal of life. А преданность Кришне – это истинная цель жизни. So, devotees want to be very careful. And you know, if you don't know, if you're not very sure when is Ekadasi, then you should have, you know, you should be in a forum maybe, and the devotee forum, they will remind each other that tomorrow's Ekadasi here. I don't know about in Russia, but tomorrow's Ekadasi here. So devotees help remind each other that Ekadasi is coming. You have to prepare. И, допустим, если вы не уверены, завтра Экадаши или нет, то вы можете спросить это на каком-либо форуме. У нас, например, Экадаши завтра, не знаю, как это будет в России. Но таким образом, имея какую-то... вы можете каким-либо образом узнать, то есть преданные друг другу сообщают о том, что Экадаши в тот или иной день. Okay, next one. Следующее. Выражать почтение дереву Банья. В Скандапуране говорится, что преданному следует предлагать воду дереву Туласи и деревьям Амалака. Он должен оказывать почтение коровам и браманам и служить вайшнавам, кланяясь им и размышляя о них. Все это поможет преданному смягчить последствия своих грехов, совершенных в прошлом. All right, so we have to respect those living entities who are dedicated to the service of Krishna. Таким образом, мы должны выражать почтение тем живым существам, которые связаны со служением Кришны, предназначены для служения Кришны. So we offer our respects to Tulsi and then also the banyan tree, the amalaka tree, these plants, very devoted. И таким образом мы выражаем свое почтение деревьям Туласи, деревьям Баньян, деревьям Амалака. Это развивает нас. These trees are very devoted. Yes, they're not. They're very pious plants, and they've taken birth simply for the service of the Lord. Это очень благочестивые деревья, они приняли рождение только в таком теле благодаря служению Господу. We find Tulsi, we keep Tulsi growing in our temples, and devotees cultivate Tulsi. It's very convenient. Devotees can keep Tulsi even in their own homes. И в храмах мы у нас есть Туласи, мы выращиваем его. И очень удобно, что преданные могут выращивать Туласи дома. And we see in Russia, even though it can be very cold in the winter, but still Tulsi can survive. The devotees keep Tulsi in their home, and they have heating there, and they have some sunlight, and Tulsi seems to keep growing. И несмотря на то, что у нас холодно, тем не менее, мы знаем, что дома Тулси растет,
потому что есть центральное отопление, и можно провести к ней свет, и таким образом она и в России живет, и мы тоже. By keeping Tosi in our home, the home becomes auspicious and takes away all evil forces. И благодаря тому, что Туласи находится дома, все в нем становится благоприятным, уходят все греховные вещи. Of course, we have to show devotion. We have to show devotion by regularly worshipping and bowing down to and offering water on Tosi. Но, конечно же, мы должны проявлять свою преданность через поклонение ей, через выражение почтения, через предложение ей воды. It's a test of our devotion. If we don't have devotion, then the Tosi will not thrive. She will not grow very well. И это тест на нашу преданность. То есть, если мы не слишком преданы, то Туласи не растет слишком хорошо, она высыхает. And then we're also told we should offer respect to the cows, because the cows are very dear to Lord Krishna. Мы также выражаем свое почтение коровам, поскольку они очень дороги Господу Кришне. Krishna is known as Govinda, Gopala, one who takes care of the cows. И Кришна известен как Говинда, как Гопала, тот, кто любит коров. So it's very purifying to do service for the cows, to clean the cows, and to brush the cows, and to feed the cows, and clean the barn. И служение коровам это очень очищает, допустим, мыть коров, расчесывать коров, кормить коров или чистить их стойла. Cows are very special creatures. This planet actually belongs to the cows. The deity of this planet is Mother Bhumi in the form of a cow, and she shows us how this earth planet is actually meant for the cows. И на самом деле эта планета принадлежит коровам, поскольку эта планета Бхуми, ее божество, это ее божество в форме коровы. Of course, the cows are domestic animals. They need us. They need us, and we need them. We need the cows because they provide so many valuable things for us, and the cows need us. Но на самом деле коровы это, конечно же, домашние животные. Они нуждаются в нас. Конечно, они производят так много ценных и полезных вещей, но тем не менее они нуждаются в нашей заботе. So, of course, this is the business of the Vaishyas. As described in the Bhagavad Gita, Krishi Gorakshavaninam Vaishya Karma Swabhavajam. The duty of the Vaishnava, the Vaishya, the business mercantile class, is to Goraksha, protect the cows. We have to take care for the cows. In Bhagavad Gita, it says that Vaishya, торговый класс, должны защищать коров и заботиться о них. Because we don't take care of the cows, so the duration of life of people on this planet is reduced. И поскольку мы не заботимся о коровах, то продолжительность жизни людей на этой планете сокращается. So it's very important people should learn how to take care of the cows and how to keep them happy and satisfied so they can produce milk. И таким образом люди должны научиться, как правильно заботиться о коровах, как сделать их счастливыми, удовлетворенными, тогда они могут производить молоко. And then it's also mentioned that we have to offer respects and take care of the brahmanas and the vaishyas, the vaishnavas. И также говорится о том, что мы должны выражать свое почтение и заботиться о брахманах и вайшнавах. We should offer respectful obeisances to them and get their blessings.
должны с почтением кланяться им и получить, их благословение. We should want to try to do some service for their, for them, to please them. Мы должны хотеть служить им, чтобы удовлетворить их. And by doing that, we get rid of the reactions of our past sins. И совершая такие действия, мы можем освободиться от последствий своих греховных поступков. The brahmanas, the vaishnavas, they are all considered great souls or mahatmas. By serving them, it says mahatsevam dwara mahur vimuktes. It opens the doors to liberation. И брахманы и вайшнавы считаются махатмами. И служа им, таким образом мы открываем двери к освобождению. So this is all part of the devotional process, offering proper respect to all these different living entities. Это также является частью процесса преданности, предложения, выражения почтения всем этим живым существам. Go ahead. Следующий принцип – прекратить общение с непреданными. Когда один домохозяин, преданный Господу Чайтанья, спросил его, как должен вести себя вайшнав, Господь Чайтанья ответил, что вайшнав должен полностью прекратить общение с непреданными. Затем он пояснил, что есть две разновидности непреданных – те, кто не признает верховной власти Кришны, и те, кто слишком привязан к материальной стороне жизни. Иначе говоря, тех, кто гонится за материальными наслаждениями, и тех, кто не признает верховной власти Господа, называются авайшнавами. Их общество следует тщательно избегать. Right. Okay, so Prabhupada is describing a pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu, where he was asked about how to recognize a devotee. И здесь Шрила Прабхупада описывает игры Господа Чайтаньи, где его спросили, а как же узнать преданного? Yeah, it's described at the time of Rath Yatra, the devotees would come from Mayapur to Jagannath Puri to be with Lord Chaitanya. И это было во время Радха-Ятры, когда преданные из Майяпура пришли в Джаганатхапури, чтобы увидеть Господа Чайтанью. So Chaitanya Charitamrita describes on one occasion one of these devotees, a householder devotee, had gone to ask Lord Chaitanya. He'd gone to see Lord Chaitanya and he asked Lord Chaitanya, how can I make advancement? И здесь описывается, как один преданный, который был домохозяином, отправился на встречу с Господом Чайтаньей, и он спросил, а как же я могу получить благо от этого? The devotee said that I'm in householder life. I have my wife and family, children, and I'm very attached. How will I ever make advancement? И он сказал, а как же я домохозяин, у меня есть дети, у меня есть жена, как же я могу продвигаться на своем духовном пути? So Lord Chaitanya told the devotee, you should chant the holy name constantly and you should give service to the Vaishnavas. И Господь Чайтанья ответил, что ты постоянно должен повторять святое имя и служить вайшнавам. So then the devotee asked Lord Chaitanya, how will I recognize who is a Vaishnava? Because some people, they dress like Vaishnavas, but they don't behave like Vaishnavas. Поскольку некоторые люди, они одеты как вайшнавы, но они не ведут себя по-вайшнавски. So how will I know who is really the devotee? И поэтому как же я узнаю, кто действительно является преданным? So Lord Chaitanya said, Asat sanga tyag evaishnavachar, stri sanga ekasadu krishna bhakti ar.
It's a very famous statement from the Chaitanya Charitamrita. Lord Chaitanya said, a devotee will give up, he will not associate with people who are not devotees. И Господь Чайтанья ответил, преданный не будет общаться с теми людьми, которые преданными не являются. Right. There is sat means eternal, and asat means material. Sat is spiritual, and asat is material. So asat sangha tyag. He gives up the association of materialistic people. И сад значит духовный, а асад значит материальный. И асад санга тяг, это значит общаться с теми, кто не является преданным. And there are two kinds of materialistic people. One is, first of all, those who are against the supremacy of Krishna. И существует две разновидности непреданных. Первый — это те, кто не признает верховной власти Кришны. They're envious of Krishna. They want to be God themselves. Они завидуют Кришне, они хотят быть Богом сами. And the other class of people, they simply have material desires. И другой тип людей, они просто имеют материальные желания. And so both of these people are non-devotees, and their company should be avoided. И те, и другие не являются преданными, следует избегать их общества. Association is very important. We associate with non-devotees, then we will become also non-devotee. We will take up their qualities. И общение очень важно. Если мы общаемся с непреданными, то мы тоже станем непреданными, как они, и мы переймем у них эти качества. So very important to know who to associate with. Поэтому очень важно, с кем следует общаться. Go ahead. В Катьяяна Самхите говорится, что скорее следует предпочесть жить в железной клетке или в пламени костра, чем с непреданными, которые всем своим существом противятся верховной власти Господа. Близкое по смыслу утверждение есть и Вишну Рахаси. Оно гласит, что лучше заключить в объятия змею, тигра или крокодила, чем общаться с людьми, поклоняющимися. Haribo? Yeah, do you hear me? Seemed like your voice broke. I couldn't hear you for a minute. Are you back now? Yes, I can hear you. I just finished one paragraph. You finished the paragraph? Yeah, one until material desires. Okay. So, This is a also well-known scriptural reference given about how we should avoid non-devotees. И также здесь приводится очень известная цитата о том, как мы должны избегать непреданных. We're told we should better to live in a cage of iron or in the midst of a blazing fire than to live with people who are against devotional service. И говорится, что скорее следует предпочесть жить в железной клетке или в пламени костра, чем с непреданными. So Prabhupada was living with his family, and he was, you know, trying to do programs and invite people to come to their home, his home, and he would preach to them. But his family were not interested. И Шрила Прабхупада жил со своей семьей, и он пытался приглашать домой людей, проповедовал их и проводил дома программы, но его семья не была в этом заинтересована. So he saw that they just didn't have any interest. It's not that they were just concerned with their material life. They were only thinking about their basic material needs, but Prabhupada was thinking about Krishna consciousness. И им было неинтересно,
что-то, что связано с духовностью, их больше интересовали какие-то материальные ценности, удовлетворение каких-то базовых материальных нужд, а Шрила Прабхупада им больше занимали духовные вещи. And Prabhupada was already elderly in age, he was retired, not working. And so the situation at home was such that he understood there was no point to stay there, so he left the home. И Шрила Прабхупада был уже в достаточно преклонном возрасте, он уже не работал, он ушел на пенсию, и ситуация в его семье оставалась все такой же, поэтому он оставил свою семью. So if the family is favorable to Krishna consciousness, then there's no harm in living with the family. И если семья хорошо относится к сознанию Кришны, то ничего нет плохого в том, чтобы остаться жить со своей семьей. But if the family are really against Krishna and they can't tolerate it, they really don't like it, then it's very difficult to remain there. Но если семья сильно против Кришны и они не любят его, и таким образом очень сложно оставаться рядом с такими людьми. And then the second verse which was quoted was about people who worship demigods, that they consider the worship of demigods equal to the worship of Krishna. И вторая приводится цитата, которая гласит, что говорит о людях, которые поклоняются полубогам, предпочитают поклоняться полубогам, нежели поклоняться Кришне. And so the verse says, better to embrace a tiger or an alligator or such a creature rather than to be with these people. И цитата гласит, что лучше заключить в объятия змею, тигра или крокодила, чем общаться с такими людьми. So we can see, you know, that's like a quick death. To embrace a tiger or an alligator, you're not going to survive for long, and they will devour you. So the verse is saying, better to be eaten by these animals than to waste your time in the association of materialistic people. То есть смысл этого стиха в том, что ты не слишком долго пробудешь в живых, если тебя обнимет тигр или крокодил. То есть твоя смерть будет очень близка, и таким образом лучше погибнуть в объятиях тигра или крокодила, чем общаться с такими людьми. Go ahead. В Писаниях указывается, что ради достижения какой-либо материальной цели можно поклоняться соответствующему полубогу. В частности, тому, кто хочет избавиться от болезни, рекомендуется поклоняться Богу Солнца. Чтобы получить прекрасную жену, можно поклоняться Уме, супруге Господа Шивы, а чтобы получить хорошее образование, поклоняются богине Сарасвати. В Шримад Бхагаватам также приводится список полубогов и говорится, к исполнению каких материальных желаний приводит поклонение им. Но все, кто поклоняется полубогам, как бы ревностно они им не служили, тем не менее относятся к непреданным. Их ни в коем случае нельзя считать преданными. So Prabhupada is quoting or describing how in Srimad Bhagavatam there's a list of different demigods who can fulfill our material desires. И Шрила Прабхупада здесь приводит цитату из Шримад Бхагаватам, в которой где говорится, где приводится список полубогов, которые исполняют наши материальные желания. So if we worship these different demigods, then this is not devotional service. Таким образом, если мы поклоняемся этим полубогам, то это не является преданным служением. And we should understand that people who worship these different demigods are non-devotees. И мы должны понимать, что люди, поклоняющиеся этим различным полубогам, преданными не являются. They have some material desire, so they're not they're worshipping some demigod, so they're not devotees. То есть у них есть какие-то материальные желания, и они поклоняются полубогам, и соответственно они не преданы.
Whatever one wants, one should worship Krishna. Чего бы человек ни хотел, он должен поклоняться Кришне. It is stated in Srimad Bhagavatam, Akama sarvakamo va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. That whether one has all material desires or no material desires, or one simply desires liberation, but he should simply worship the Supreme Lord, Vishnu, Krishna. И в Шримад Бхагаватам утверждается, что человек, который имеет материальные желания, либо нематериальные желания, либо желание освобождения, должен поклоняться Вишну, Кришне. So we know there are different demigods who can fulfill different material desires, but this is not devotional service. Мы знаем, что есть различные полубоги, которые исполняют материальные желания, но это не является преданным служением. And one should understand that by worshipping demigods, the results will always be limited and temporary. И человек, который поклоняется полубогам, должен понимать, что результаты такого поклонения всегда будут ограничены и временны. And in the Bhagavad Gita, the worship of demigods is condemned. И в Бхагавад-гите поклонение полубогам осуждается. Камайстайстер рита гьяна прападьянте ная девата. Those whose minds are distorted by material desires worship the demigods. И говорится, что те, чьи ум наполнил материальными желаниями, поклоняются полубогам. So we should be careful. Although you may be attracted to some particular demigod, we should understand that this is materialistic and it is not devotional service. И даже если ваш ум стремится к какому-то полубогу, вы должны понимать, что это материалистично и не является преданным служением. So Prabhupada never introduced any demigod worship in our temples. Таким образом, Шрила Прабхупада никоим образом не упоминал поклонение полубогам в наших храмах. Because Prabhupada knew that if we brought some demigods in, then people would think that they're all the same, that all the gods are one. And Prabhupada wanted to avoid this. You mean to bring demigods to the temple? Yeah. И таким образом Шрила Прабхупада понимал, что если будет принесено, допустим, в храм божество какого-то полубога, то таким образом люди будут думать, что все боги являются одинаковыми, и таким образом это разрушит преданность. Mm-hmm. Go ahead. I think this is mentioned in the next paragraph. Майявади персоналисты утверждают, что не имеет значения, какой форме Господа поклоняться, так как в любом случае все достигают одной и той же цели. Но в Бхагавад-гите ясно говорится, что поклоняющиеся полубогам в конечном счете достигнут только планет этих полубогов. Преданные же Верховного Господа вознесутся в обитель Господа, Царство Бога. Гита осуждает людей, поклоняющихся полубогам. Там говорится, что из-за своего вожделения они утратили разум и потому стали поклоняться полубогам. Таким образом, Вишну Рахасья сурово осуждает почитателей полубогов, утверждая, что лучше жить с самыми опасными зверями, чем общаться с такими людьми. Mm. All right, so Prabhupada is just elaborating on the different statements from the Bhagavad Gita condemning demigod worship. И таким образом Шрила Прабхупада, приводя цитаты из различных священных писаний, осуждает поклонение полубогам. And so generally these there are many impersonalists or Mayavadis who worship demigods, and they say it's all one, it's all the same. И на самом деле существует очень много Майявади имперсоналистов, которые поклоняются полубогам, и они говорят, все они являются одним целым. That is their thinking. Their thinking ultimately there's only the oneness of Brahman. And they think these different demigods are all coming from the Brahman.
и их мышление состоит в том, что все является одним целым, и полубоги также изошли из Брахмана. But in the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains Brahmanohi Pratistaham. Krishna says, I'm not coming from the Brahman. The Brahman is coming from me. И в Бхагавад Гите Кришна объясняет, я не исхожу из Брахмана, Брахман исходит из меня. The Brahman is, but the effulgence coming from the body of the Supreme Lord Krishna. What is coming from the? The Brahman, there's the effulgence coming from the body of Krishna. И таким образом Брахман исходит из из тела Кришны. So, but these foolish people, they think when Krishna comes, that Krishna is a manifestation of the Brahman. Но эти глупые люди, что думают, что Кришна — это проявление Брахмана. And they think ultimately there's only one, there's only Brahman. И они думают, что существует, в итоге существует одно единство, одно целое, и это Брахман. So Shankaracharya, he gave a lot of importance to the statement Sarvam Kauvidam Brahma, that everything is Brahman. And he was saying that everything is Brahman. So Krishna comes and demigods come, they're all Brahman. И Шанкарачарья делает очень важное утверждение, что все является Брахманом. И что когда приходит Кришна и все полубоги, все это Брахман. And then the Mayavadis say Brahman Satyam Jagat Mitya, that the Brahman is truth and the material world is all false. И Майявади говорят, что Брахман является истиной, а материальный мир является ложью. But in Bhagavad Gita, Arjuna describes Lord Krishna not just simply as Brahman, but as the Parabrahman, as the Supreme Brahman. Но в Бхагавад-гите Арджуна описывает Господу Кришне не как Брахман, а как Парабрахман, как Верховный Брахман. And that Brahman is just simply the energy coming from the body of the Lord. He is the Lord Himself, He is energetic, He is the source of the energy. И Брахман на самом деле является тем, что исходит из Господа Кришны, и Кришна является источником энергии, источником Брахмана. But the impersonalists, the Mayavadis, they cannot understand these facts. И имперсоналисты, и Майявади не могут понять этого факта. So people, those people who are intelligent, they will take to the chanting of the holy names of the Lord and purify their minds. И разумные люди, они читают, воспевают святое имя Господа и таким образом очищают свои умы. And Srimad Bhagavatam describes how the Lord appears in the Kali Yuga to teach the Yuga Dharma, the chanting of the holy name. И в Шримад Бхагаватам описывается, как Господь появляется в Кали Юге, чтобы научить Юга Дхарме, воспеванию святых имен. In the Srimad Bhagavatam, the Navyogendras were asked to describe the incarnations of the Lord in each age. In Srimad Bhagavatam, есть история, которая рассказывает, как Навайогендры спрашивают о воплощениях Господа в каждую югу. So when it came to Kali Yuga, then they said Krishna Varnam, Tivisha Krishnam, Sangopangrishta Parshadam, Yagnae Sankirtan Prae Yajantihi Sumedasaha. That people who have purified their minds and intelligence, they will take up the congregational chanting of the holy name. И когда они дошли до Кали-юги, they say,
or who says that? Navayogendras say. Навьюгендры сказали, что люди, которые очистили свой ум, они воспевают святое имя вместе с другими людьми, то есть в общности. And they say the Lord comes, that he will come Krishna Varna, he will do the activities of Krishna. In other words, he's chanting the name of Krishna. But his color is Akrishna. It's not black. Is a different color. И говорилось, что когда придет Господь Кришна, он будет заниматься деятельностью, соответствующей Кришне, он будет воспевать святое имя, но его цвет его кожи будет Акришна, он не будет черным. And he will come along with his associates to teach the chanting of the holy name of the Lord. И он придет со своими спутниками, которые будут проповедовать святое имя Господа. So these people are described as Sumedasaha. Medasa means intelligent, and Su, when they put the prefix Su in front of the Medasa, Sumedasaha means with purified brains, with purified intelligence. И вот это слово Sumedasa. Нет, это значит разумные, а су – это значит те, кто очистили свой ум. And in Bhagavad Gita, it mentions people who worship demigods, they are described as alpa medasaha. So again, medasa is their intelligence, but this time in worshiping demigods, these people are described as alpa medasa, means they have a very small brain. И в Бхагавад-гите те люди, которые поклоняются полубогам, описываются как алпа-медасаха. Медаса это опять-таки разумный, и таких людей описывают как алпа-медаса. То есть, значит, люди, которые имеют слишком мало ума, то есть очень неразумные. So their brain is considered small because they worship demigods, which can only give results which are limited and temporary. И считается, что их ум, их мозг ничтожно мал, поскольку они поклоняются полубогам, которые могут дать очень ограниченные и временные плоды. Just like it mentions, if we have a health problem, we can get benefit by worshipping the sun god. But ultimately the body is material. You're still going to suffer old age and death. You have to die one day. То есть описывается, что если вы имеете какие-то проблемы со здоровьем, то следует поклоняться Богу Солнца. Но тем не менее, в конечном итоге все вынуждены страдать от старости и болезней, и в конце концов все умрут. So you worship the demigods, it's not going to get you free of old age, disease and death. Таким образом, если вы поклоняетесь полубогам, это не освободит вас от старости, болезни и смерти. And someone else wants to have a beautiful wife, they can worship Uma and they get a very nice wife. И тот, например, кто хочет получить замечательную жену, может поклоняться Уме. But how long can your wife live with you? That's also a temporary relationship. You're not going to be eternal with each other. You cannot live with each other eternally. Но как долго ваша жена будет жить вместе с нами, вместе с вами? Вы не можете жить с вашей женой вечно вместе. There was this one famous musician in England, the one man from the Beatles, John Lennon. And he had his wife, this Japanese woman, Yoko Ono. And so they approached Prabhupada. They understood Prabhupada was a very powerful spiritual person. And they asked him to bless them. Please bless us that we can be husband and wife in our next life also. Была подруга японка Йоко Оно, и они
попросили Прабхупаду, пожалуйста, благословите нас быть мужем и женой в следующей жизни. Well, Prabhupada just laughed at them and said, I cannot give such a foolish blessing. И Прабхупада просто посмеялся над ними. Он сказал, я не могу дать такое глупое благословение. So we come together in family life for some time. It's not going to be eternal. Таким образом, мы живем рядом вместе, когда в семейной жизни, но это не будет длиться вечно. So the point is, you can worship these different demigods, but you cannot get free of birth and death by worshipping them. If you want free of birth and death, you have to worship the Supreme Lord. Таким образом, смысл в том, что вы можете поклоняться полубогам, но это не освободит вас от старости, болезни и смерти. Если вы хотите освободиться от них, то вы должны поклоняться Верховной Личности Бога. Of course, these things are mentioned in the scriptures. The worship of demigods is there in the scriptures because many people are materialistic and they need to be instructed, they need to be guided. И, конечно же, поклонение полубогам упоминается в Шримад-Бхагаватам, поскольку очень много существует материалистичных людей, и их следует направлять, их нужно вести. So the Vedic system, in the Vedas, they teach a lot about demigod worship and different rituals which we can do to get material benefits. But the idea is that one should understand ultimately that all of these benefits are temporary. И в Ведах дается очень много каких-то правил и ритуалов, которые помогут людям обрести материальные блага, но мы должны понимать, что в конце концов все эти блага, они лишь временные. And one should then think about what can I get, how can I get eternal benefit? What do I need to do to get eternal benefit? И человек должен понимать, а что же я могу сделать, чтобы получить вечное благо? You're a devotee of a demigod. You go to the planet of the demigod, somewhere in the material world. You don't get free of birth and death. И если вы являетесь преданным какого-либо полубога, то в конце концов вы отправитесь на его планету где-то в материальном мире. Вы не освободитесь от рождения и смерти. Yeah, even the demigods are subject to birth and death. Даже полубоги рождаются и умирают. Even Lord Brahma has to die, and he's the most powerful of the demigods. И даже Господь Брама вынужден умирать, и он, хотя он является самым могущественным из всех полубогов. So the idea is that people should come to understand there's a Supreme Lord, and by worshipping the Supreme Lord, then they can get out from this material world. И идея состоит в том, что люди должны понимать, что есть Верховный Господь, и благодаря поклонению Ему они смогут выбраться из этого материального мира. And so therefore it mentions, better to live with the most dangerous animals than to have to associate with these kind of people who worship demigods. Поэтому и говорится, что лучше жить рядом с самыми опасными животными, чем общаться с теми людьми, которые поклоняются полубогам. But demigod worship is the Vedic path. At least people are on the Vedas. They've come to the Vedas. So that's good. That if they go on, then they'll come to devotional service. Но на самом деле, если человек поклоняется полубогам, то это хорошо, потому что он с ведической точки зрения, поскольку он тогда находится на правильном пути, и в конце концов он придет к преданному служению. Other religious paths are not Vedic, and so it may take a long time. Very these people who are worshipping demigods, they're on the right path. And if they keep going, they can come to the Supreme Truth. И другие религиозные пути, они очень долгие. Но если люди, по крайней мере, поклоняются полубогам, то постепенно, в конце концов, они придут к высшей истине. Okay, so we will stop. Здесь мы остановимся.
There is some questions in the chat. Okay. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня такой вопрос. Как начинающим преданным определить, что они могут увеличить количество кругов Махамантры? Иногда, если количество кругов или аскез чрезмерно, может произойти откат назад, а это уже является оскорблением. Как, не совершая оскорблений, увеличивать круги и совершенствоваться в преданном служении? Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. The question is, how neophyte can recognize, can understand that he can increase the number of rounds of the of Mahamantra? Sometimes, if the number of the rounds is too much, so it may be a drawback, and this is already is an insult. How can one increase the rounds and improve in devotional service without committing any offense? Well, you just simply have to be sincere. You're a new devotee. You're trying to take up Krishna consciousness. You simply have to be genuine in your attempt to cultivate Krishna consciousness. И в данном случае вы новый преданный, вы должны быть просто искренними, вы просто должны искренне прилагать усилия в сознании Кришны. Krishna understands the nature of the individual, and if you're genuine and you're making an honest attempt and to try to take up Krishna consciousness, there will be no offense. И Кришна понимает положение каждого, и вы, будучи очень искренним, продолжаете стремиться, продолжаете совершать какие-то попытки, и Кришна принимает это. You have to depend on the mercy of Krishna. And at the same time, you have to also make some genuine effort on your part to complete your chanting. И вы одновременно должны зависеть от милости Кришны и в то же самое время прилагать усилия, совершать попытки в своем воспевании. So, in the beginning, you may have difficulties, but. И в самом начале у вас могут быть какие-то сложности. You have to overcome these problems, that you know there's sometimes going to be difficult to complete your chanting. You have to make extra efforts. And sometimes if you cannot complete your chanting, maybe you can make it up the next day. Могут быть вот сложности, вам очень сложно, может быть, например, закончить круги, но вы должны тогда для этого приложить какие-то сверхусилия, но все же, если вы не смогли завершить свои круги, то вы можете завершить их завтра. Srila Prabhupada encouraged devotees even to reduce their sleeping so that they could chant more rounds and complete their chanting. И Шрила Прабхупада призывал преданных даже сократить свой сон, чтобы закончить свои круги. We take time to do other things. There's so many other things which we do which are not so important, and we neglect the chanting of the Mahamantra. И на самом деле мы находим время для того, чтобы заниматься какими-то другими делами, которые не являются настолько важными, однако игнорируем чтение Махамантры. So you have to gradually understand how to manage your time and how to make sure you complete your chanting. И вы таким образом должны понимать, как управлять своим временем и как сделать так, чтобы завершить свои круги. Krishna will help you, give you good intelligence, how to manage your time and how to get your chanting. You have to have that desire to want to chant.
И Кришна обязательно даст вам разум, как управлять своим временем, и как сделать так, чтобы усовершенствовать свое воспевание. The question was how a neophyte can understand that he can rise to the amount of his rounds. That he can what? He can raise. He can read more, rise up. Oh, rise up. The yeah. amount of the rounds, the number of rounds. Well, you have to get up to 16 rounds, right? The idea is that you must come to chant at least 16 rounds. То есть идея состоит в том, что вы по крайней мере должны читать 16 кругов, то есть постепенно увеличивать количество кругов. You're chanting one round, then you have to chant two rounds, and then from two rounds, then you have to chant four rounds, and you have to gradually increase. You have to make a point to do the chanting. И то есть вы сначала читаете один круг, потом два круга, потом четыре круга, и таким образом постепенно увеличиваете количество кругов. Recently one person was telling me they had a vow to chant one round a day, but then they said after some time then they were not even chanting one round. I said yes, I said that's because one round is so ridiculous, it's not enough. You chant one round, the result is you don't chant any rounds. So you have to chant, you have to increase the chanting up to at least 16 rounds. И однажды один человек мне сказал, я дал обет читать один круг, и после какого-то времени я перестал читать его. И я сказал, ну это на самом деле, ну смехотворно, это слишком мало, чтобы увеличить количество своих кругов, нужно читать больше. So you have to be very determined that you want to increase your chanting. You shouldn't be satisfied to chant less than 16 rounds. И вы должны быть очень решительны на этом пути, чтобы увеличивать количество кругов, и вы должны понимать, что вы должны читать не меньше 16 кругов. So you chant 16 rounds, you know that this is Prabhupada's quota, what Prabhupada told us what we should chant in a day to protect us from Maya. И вы должны понимать, что 16 кругов — это то количество, которое Шрила Прабхупада говорил нам читать, чтобы защитить самих себя от Майи. If we're not chanting 16 rounds, then we're still in Maya. Если мы не читаем 16 кругов, то мы все еще находимся в Майе. All right? Хорошо? Понятно? Next question. Yeah. Следующий вопрос. From the chat. Харе Кришна, Гуру Махараджа, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. В каких случаях можно лгать ради Кришны? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махараджа, dear devotees, please accept my humble obeisances. In what cases we can lie for the sake of Krishna? Thank you. What case can we lie? Lie. Well, we generally don't want to lie. We want to practice honesty. Ну, обычно мы не лжем, мы обычно практикуем честность. We saw Krishna break his promise. He made a promise, for example, he made a promise he would not fight, but he fought. Мы видим, что Кришна сдержал своего слова, то есть он дал слово не сражаться, однако он его нарушил. For example, at the end of the battle of Kurukshetra, Ashwatthama released a Brahmastra weapon against
Maharaj Parikshit, the child in the womb of Uttara, and Krishna protected the child. И также мы знаем, что в конце битвы на Курукшетре Ашватхама выпустил свою брахмастру в Парикшита, который находился в чреве Уттары, и Кришна защитил ее. So Krishna had promised he wouldn't fight, but Krishna still broke his promise to protect the devotee. И Кришна дал слово не сражаться, но он нарушил свое обещание ради того, чтобы защитить своих преданных. So Krishna thought protecting the devotee is more important than being truthful. И Кришна думал, что защитить преданных это более защита преданных более важна, чем быть правдивым. And similarly, when Bhishma came to kill Arjuna, then at that point Krishna picked up the chariot wheel and he rushed towards Bhishma to kill Bhishma. И подобным же образом, когда Бишма пришел убить Арджуну, Господь Кришна схватил колесо от колесницы и ринулся на Бишму. So again, Krishna broke his promise to protect his devotee. И таким образом Кришна снова нарушил свое обещание, чтобы защитить своего преданного. So if there's a higher principle, we can break it. We can break the lower principle. Like truthfulness may be the lower principle. То есть, если есть какой-то более высокий принцип, то ради него мы можем пренебречь каким-то более низким принципом, и в таком случае правдивость может быть более низким принципом. Just like sometimes we go for chanting, or we go to the book distribution, and some person may come and say, "Do you have permission to do this?" И иногда, допустим, мы идем распространять книги или проповедовать, и кто-то, допустим, подходит и говорит, а у вас есть на это разрешение? So we may say, yes, we have permission. We're authorized. И мы можем сказать, да, у нас есть разрешение. We have permission. У нас все авторитетно. We have permission from Krishna to go everywhere and preach. У нас есть разрешение от Кришны везде, проповедовать везде. So the higher principle is to distribute Krishna consciousness. То есть высший принцип это распространять сознание Кришны. And the lower principle is to be truthful. И низший принцип это быть правдивым. Yes. Next question. Yes. Раджарани Матаджи, вы хотели задать вопрос? Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Хари Кришна, преданные, примите мои смиренные поклоны. Сасрама Шрили Прабхупаде. Вопрос. Через путь Садхана Бхакти, который дал Господь Читания, можно выйти на Голоку? Может, через эту практику Садхана Бхакти могут, через эту практику Садхана Бхакти быть преданные, которые из другого крыла Гопи во Вриндаван. И вот вопрос дальше. Есть преданные, очень преданные Шрили Прабхупаде и своему Гуру Махараджу. Изучают глубоко книги Шрили Прабхупады. В храме стараются следовать высоким стандартам, но критикуют даже мелкие отклонения у других преданных. Но за храмом, в семье и на работе не очень следует правилам вайшнавов. Поведение, качество, нетерпимость к недостаткам семьи, качество не открывается принятие терпения. Это не критика. Просто сама хочу понять, по вашей милости, ответ на этот вопрос. Может, этот вопрос глупый? Конечно, простите, Хари Кришна. Хари Кришна, all glories to Srila Prabhupada, Guru Maharaj and devotees, please accept my humble obeisances. The question is, through the path, through the sadhana bhakti, which given us by Lord Chaitanya, one can go to Goloka. And through this practice of sadhana bhakti, can other devotees who are from the other wing of the gopis of Vrindavan come to sadhana bhakti? Can
people from the other wing. Of Gopi, yeah. Mataji, вот подтвердите, пожалуйста, то есть могут ли через эту практику садхана бхакти вот этот вот вопрос мне не совсем понятен. Ну, потому что среди гопи есть два крыла. И вот этот путь, который дал нам Господь Чайтанья, могут ли прийти туда гопи другого крыла? Нет, раз, могут ли Шримати Радхарани? Нет, Шримати Радхарани идти по этому пути? Могут ли они идти по пути садхана бхакти? Нет, через этот, нет, через этот путь, данный Господом Чайтанья, могут ли с крыла другого, не Шримати Радхарани, тоже вернуться на Голоку? То есть у нас путь данный Шримати Радхарани, но через него могут ли в другое крыло преданные прийти? Понятно? So, through the past, through the sadhana bhakti, which give us our Lord Chaitanya, one can go to Galoka. And can the devotees which are from the other wing of Gopi, Vrindavan Gopis, not from Radharani, can they through this path go to Galoka too? Yeah, if they have pure love for Krishna. Да, конечно, у них есть чистая любовь к Кришне. If they have that qualification, the qualification to go there, they have to have that intense greed to have that relationship with Krishna. И если у них есть любовь к Кришне, то они могут через это развить отношения с Кришной. That they will sacrifice everything for Krishna. They will give up everything. There's no question of which wing or right wing or left wing. It doesn't matter. The main thing, the important thing is that they have that total attachment and absorption in Krishna. И они могут пожертвовать всем ради Кришны, они могут отдать все, и не, без разницы, с левого они крыла или с правого, они полностью поглощены Кришной, они очень привязаны к Нему. Another part of the question, there are devotees who are very devoted to Srila Prabhupada and their Guru Maharaj, who study Srila Prabhupada's books and who try to follow high standards in the temple, but they criticize even small deviations in other devotees. When they are not in the temple, when they are in the family or at work, they don't really follow the rules of Vaishnavas. Just in their behavior, their qualities, they are intolerant of different, faults of the family members, and they do not open the acceptance and patience. This is not a criticism, I just want to understand the answer to this question by your grace. What is the question? В чем, Матаджи, конкретно вопрос состоит? Ну, он был привязан к первой части, что если то крыло Шримати Радхарани научит больше терпеть или принять путь и быть именно с того крыла. Но через этот путь они идут в то крыло, но они качественно будут отличаться. This statement has a connection with the previous question. So if the devotees from Radharani's wing, they have good qualities, and can the other devotees from the other wing who has no such good qualities come to Krishna? Well, the important thing is that they have
that they're totally surrendered to Krishna. The qualities may not be there initially, but gradually the qualities will come because they're in touch with Krishna. If they've totally surrendered to Krishna. То есть смысл в том, что они полностью преданы Кришне, и вначале может качеств каких-то не быть, но постепенно они эти качества разовьют, если они полностью предаются Кришне. The qualities may not be there in the beginning, but that's not important, so long as they've surrendered to Krishna and they're really committed to Krishna. Gradually the qualities will come. И то есть в самом начале каких-то качеств может не быть, но постепенно, если они предаются Кришне, эти качества к ним придут. Just like the metal bar in the fire, the metal bar will take some time to become like the fire. Например, если вы поместите металлический прут в огонь, то понадобится какое-то время, чтобы этот прут обрел качество огня. But they just have to leave the rod, leave the metal bar in the fire, and gradually the metal bar will become like fire. То есть нужно просто на какое-то время оставить этот металлический прут в огне, и через какое-то время он станет точно таким же, как огонь. In a similar manner, one who is a devotee, who is dedicated, who is surrendered to Krishna, gradually they will develop the good qualities of a devotee. То есть подобным же образом, если человек является преданным Кришне, если он посвящает всю свою жизнь Кришне, то он постепенно обретет качество. And maybe initially they get angry easily, they're very hot-tempered. But if they remain in Krishna consciousness, gradually they will calm down and cool down. Например, изначально человек может быть очень гневлив и очень быстро вспыхивать, но если такие люди остаются в сознании Кришны, то постепенно они умиротворяются, остывают, охлаждаются. Just like the young man, the huh? What? Who's Mataji? А если преданный не меняется, он может в следующей жизни изменить? То есть нельзя смотреть, как вот именно, ну, Шри Прабхупада сказал, за одну жизнь. То есть мы все за одну жизнь должны пробудить Сачитананду. А если не меняется, в чем причина? Вожделение своих, то есть качество знаний не то получаем. Можно спросить? Спасибо. То есть смотрите, вопрос. Если преданный не меняет свои качества, то может ли он попасть к Кришне в следующей жизни? Это первая часть, правильно, вопроса? Правильно я понимаю? Нет. А? Нет? Давайте по части. Нет. Давайте если по у него не меняются качества, да, если у него не меняются качества. Мне нужна целиком фраза, чтобы понять, закончить. Ага. Если у преданного не меняются качества, он может в следующей жизни их доработать? If the devotee cannot change his qualities in this life, can he improve them in the next life? Yes, of course. But we know that Srila Prabhupada said that we should do it in one life. Yes, ideally. Если эти качества не меняются, в чем причина? And if we cannot change our qualities in this one life, what is the reason of this? Его собственное вожделение. Reason is we haven't fully surrendered to Krishna. Причина в том, что он не предается полностью Кришне. Is the reason is lust? Huh? Lust, maybe the reason or not? Yeah, of course, lust is one of the enemies, which. Да? Yeah. Yes. А еще может быть причина, что он получает знания не то, вроде о бхакти, но есть искажение.
Да, то есть может быть вожделение быть причиной, потому что это один из врагов, and can be the reason that he just get not proper knowledge. It's unlikely. It may be, there may be some lacking in knowledge, but Krishna gives that knowledge from the heart. Krishna can give the knowledge in the heart. Ну, это менее всего, потому что Кришна дает знания из сердца. Mataji says that maybe he such person just get the knowledge with distortion. The knowledge is distorted. No, I don't think the problem is knowledge. I think the problem is just simply lust and material desires. Я не думаю, что проблема в искажении знаний. Я думаю, что проблема здесь больше в вожделении и материальных желаниях. By doing devotional service, one gradually gets all knowledge and well and detachment also. Занимаясь преданным служением, человек может обрести все знание и отречение. So the knowledge is not really the big issue. Krishna doesn't, you know, you may have a university degree, you may be a graduate, it doesn't matter to Krishna. Krishna is looking at the heart. И на самом деле знание это уж не такой большой вопрос. То есть у вас может быть какая-то очень большая ученая степень, вы можете закончить университет, но Кришну все это не волнует, он смотрит на ваше сердце. Krishna wants to see the real purpose of the person who is actually really the devotee who really wants to give everything to Krishna. И Кришна смотрит на цель человека, он смотрит на того, на то, готов ли человек действительно все отдать Кришне. They're not worried about their own self. They're not thinking about their own benefit. They just simply want to worship Krishna. Смотрит на тех, кто не думает о себе, не думает о собственной выгоде, а только на тех, кто хочет поклоняться Кришне. So just being a big scholar, a big... Yes, thank you, understood. Mm-hmm. Okay. Next question? Yeah. Матаджи Лена, вы хотели задать вопрос Дмитриева? Да. Хари Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Могли бы вы помочь увеличить вкус к служению Харинами? В последнее время не получается туда ходить. И думаю, что недостаточно мотивации, и вот тут как дополнение недостаточно, может быть, понимания, насколько это важно. Харе Кришна. Кришна, dear devotees and Guru Maharaj. The question is, could you please to increase the taste for the service of Харинам? Recently, I can't go there, and I think that there is no enough motivation and no enough understanding to do this. Thank you. Well, you have to understand the nature of your mind, that your mind doesn't want to do it. You have to convince yourself that this is a very important activity for you to do. То есть вы должны понимать, что ваш ум не хочет это делать, и вы должны сами убедить себя, насколько важно это делать. But your mind is the enemy. Your mind is saying, no, no, don't do it. You don't. You have to neglect the mind. И ваш ум, ваш враг, он говорит, о, нет, не делай это, но вы должны игнорировать его. And once you do it, then you feel happy, you feel blissful, you feel satisfied.
Но если вы сможете это сделать, то вы почувствуете счастье и удовлетворение. But you don't do it, you just feel miserable. Но если вы этого не сделаете, то вы будете чувствовать страдания. You're just still listening to your mind, your material mind, with all your material desires. Вы все еще будете слушать свой материальный ум с его материальными желаниями. So this is all about surrender. You have to conquer the mind. You have to surrender to Krishna. You have to do what is favorable for devotional service. И это все связано с умом. То есть вы должны победить свой ум, должны предаться Кришне, вы должны делать то, что благоприятно в служении Ему. I mean, every day you have a battle. Should I get up? Should I wake up this morning? Should I get out of bed? You're warm in bed, you're covered in blankets. You get up, it's cold. Oh no, go back to bed. То есть каждый день мы встаем с этим сражением. Вот я лежу утром, должен ли я встать, должен ли я подняться? Мне так хорошо в кровати, тепло, я накрыт одеялками, а там сверху так холодно. Нет, я лучше обратно в кровать. Then you go back to bed and sleep, and you just sleep, you waste your whole life. There's no benefit. Sleep is like death. И таким образом вы снова забираетесь в кровать и спите, и таким образом тратите драгоценное время своей жизни и не получаете никакого блага. Сон — это словно смерть. So in a similar manner, you know, you can go for Sankirtan, and if you don't go for Sankirtan, what do? You just simply talk on your phone and you speak, you know, have some meaningless talks with people. About Gramya, talk some mundane things, no benefit, no purification, no peace of mind. И то же самое с Харинамой. То есть, если вы туда не пойдете, чем вы будете заниматься? Будете болтать по телефону, какие-то обсуждать бессмысленные темы, таким образом у вас не будет ни очищения, ни спокойствия ума, ни удовлетворения. But if you join the Sankirtan, you associate with Krishna, you're chanting the holy name, you're performing the highest welfare activity. Но если вы пойдете на Харинаму, вы будете воспевать святое имя Кришны, и вы будете заниматься возвышенной деятельностью. We say Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. All glories to the Shri Krishna Sankirtan, because it gives us the greatest benefit. И мы говорим Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Вся слава Санкиртане, ибо она дает нам величайшее благо. You benefit by taking part in Sankirtan, and everybody who hears the Sankirtan party and who sees the Sankirtan devotees, they also benefit. Вы получаете благо от того, что вы участвуете в Санкиртане, а все те, кто видят Санкиртану, Харинаму, все те, кто слышат ее, они также получают благо. So don't miss the Sankirtan. Try to go. Try to join. Поэтому не пропускайте Санкиртану, постарайтесь туда ходить, старайтесь участвовать в этом. Any other question? Yes. Thank you very much. Анастасия Матаджи, вы хотели задать вопрос? Да, Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Все слава Шрили Прабхупаде. Это Анастасия Владивосток. У меня вопрос. Может ли преданный Кришне совершать поклонение Господу Шиве для обретения духовного вкуса? Hare Krishna Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble blessings. All glories to Srila Prabhupada. It's Anastasia from Vladivostok. The question, can the Krishna devotee the Krishna devotee worship Shiva to get для обретения духовного чего, Матаджи? Еще раз.
Да, то есть Господь Шива является уже великим преданным. Ушел для обретения духовного, звук ушел. Духовного вкуса. Can the devotee, Krishna devotee, can he worship Shiva for just getting spiritual taste? No. Нет. That is not the process. Процесс не таков. We worship Krishna to get spiritual taste. Мы поклоняемся Кришне, чтобы получить духовный вкус. You get spiritual taste by engaging in devotional service. Вы получаете духовный вкус, занимаясь преданным служением. Follow the program given by Srila Prabhupada. Chant the holy name. Hear about Krishna. Следуйте программе, которую дал Шрила Прабхупада. Воспевайте святое имя, слушайте о Кришне. Don't invent something new. Не привносите ничего нового. Just take the program which has been given to us by our founder Acharya. Просто следуйте программе, которая была дана нам нашим Ачарья-основателем. You can get great spiritual taste by chanting the holy name, by going on Sankirtan, by distributing books about Krishna, and by reading books about Krishna. То есть вы можете получить хороший духовный вкус, воспевая святое имя, благодаря тому, что вы будете участвовать в Санкиртане, распространять книги или читать книги. You don't need to worship Lord Shiva for spiritual taste. Для того, чтобы обрести духовный вкус, не нужно поклоняться Господу Шиве. Благодарю. И можно еще один вопрос по поводу Экадыши? Есть семена подсолнечника, то есть семечки подсолнечника, а потом семена кунжута, семена тыквы, то есть они относятся к семени или все-таки это не является зерном? It's about the question about the Kadashi. Is sunflower seeds, pumpkin seeds, season seeds are grains or not? No. Нет, они не являются зерновыми. No, seeds are not grains. Семена не являются зерном. То есть на подсолнечном масле, подсолнечное масло можно использовать в Экадыши. So can we use sunflower oil in the Kadashi, at the Kadashi, on the Kadashi? I would think so. I'm not sure. Я не уверен, но я думаю, что можно. А вот есть экадыши, да, в которые кушают кунжут непосредственно, не помню, как он называется. И мне казалось, что только в один экадыши можно кунжут кушать, а в другие экадыши его не используют, и как-то вот сомнение. То есть вопрос в том, что можно ли есть семена кунжута в другие экадыши? Да. Потому что не помню, как. There is one Ekadashi when we can eat sesame seeds. Is this rule only for one Ekadashi, or we can eat? Well, I know it's true for one Ekadashi. I don't know about. I know people. Some people will take sesame on Ekadashi, and some people will not. It seems to vary. I'm not sure.
То есть некоторые люди едят и семена кунжута выкадыша, а некоторые нет. Я вот не уверен, не очень уверен в этом. Some people do take sesame on Ekadasi. Некоторые едят. But some people say, you know, it's up to you what standard you want to take. It seems to vary. То есть все зависит от вас, какого стандарта, какому стандарту вы следуете. Это вот будет варьироваться. Ну вот Адридхарана Прабху тут нам подсказывает Шат Тила Экадыши, что там суть в другом, он пишет в чате, подсказывает нам. Ну, в общем, хорошо, я поняла. Я understand, thank you. What did she say about Adridhan? She said that Adridharana Prabhu said, here is in the chat, that it was Shaktila Ekadashi, but the point, but there is another point. Okay. Next question? Yeah. The question from the chat. Hare Krishna, примите мои поклоны и почтения. Можно попросить благословения у Махараджа на проведение завтра в день Экадаши Джапа ретрита для тех, кто его организовывает, и для тех преданных, которые будут участвовать. Тарини ему на Маджи Благовещенском. Hare Krishna, please accept my obeisances. Can I ask you for blessings to hold the Japa retreat tomorrow on the Kadesha day here for those who organize this retreat and for those devotees who will participate in it? Yes. Yes, we offer our blessings to all of the devotees participating in a Japa retreat tomorrow on the Ekadasi. Да, мы даем все свои благословения для тех преданных, которые будут принимать участие завтра в Джапа ретрите в Экадаше. Харе Бол, огромное вам спасибо. Мои поклоны, Харе Кришна. Thank you very much. Please accept my obeisances, Харе Кришна. Another question? Mm-hmm. Question from the chat. Харе Кришна, Гуру Махарадж, вся слава Шри Прабхупаде. Представим две ситуации. Первая, преданный очень загружен материальной жизнью. Семья, работа и так далее. Из-за этого его садхана не очень совершенна, но он прикладывает все возможные усилия, чтобы выполнять все правила и предписания, и у него наблюдается рост в преданном служении. Вторая. Преданный оставил связи с материальным миром и живет в храме. Его садхана в целом гораздо лучше, чем у первого, но развития в бхакти у него практически нет, так как он себя считает уже достигшим чистой преданности. Вопрос. Какой из этих двух преданных более дорог Кришне? Hare Krishna Guru Maharaj, all glories to Srila Prabhupada. Let us imagine two situations. The first is the devotee is very busy with material life, family, work, and etc. And because of this, his sadhana is not very perfect, but he makes every possible effort to fulfill all the rules and regulations, and he is growing in devotional service. Second situation is like this. The devotee has left the material world, lives in Dhamma. His sadhana is generally much better than the first devotee has, but he has practically no development in bhakti because he considers himself to have really achieved pure devotional. And the question is, which of these two devotees will be more dear to Krishna? Well, that's up to Krishna. I don't know. I mean, I'm not Krishna. It's hard for me to say.
Но это все зависит от Кришны. Я же не Кришна. Для меня сложно ответить на этот вопрос. You have to consider the situation. One who is sitting in the holy dham, he may be materially satisfied, materially comfortable. You know, he doesn't have to worry about his financial situation or his economic or family situations are no problem, and he can sit there and chant the holy name comfortably. He's not taking on any great risks. Например, если преданный находится в святой дхаме, у него нет каких-то материальных затруднений, он чувствует себя комфортно, ему не нужно думать о том, как поддержать свою семью, и он просто умиротворенно сидит и повторяет святое имя, тогда у него нет никаких рисков. We learn from Queen Kunti that one who accepts risks and who accepts difficulties and troubles on behalf of Krishna is very dear to Krishna. И мы слышали от Шримати Кунти Деви о том, что тот, кто рискует или проходит через какие-то сложности и проблемы, очень дорог Кришне. So somebody may be in material life, they have a family and so on, but if they're doing their best to keep their family in Krishna consciousness, then they're also very dear to Krishna. Если, например, человек погружен в семейную жизнь, но они прилагают все усилия, чтобы поддержать в своей семье сознание Кришны, то такой человек очень дорог Кришне. When somebody is living in the holy dham and they're doing good sadhana and strict devotee, they're also dear to Krishna. Если кто-то живет в святой дхаме и следует своей садхане и очень строго придерживается всего, то он тоже очень дорог Кришне. But I'm not going to say one is better than another. Я не могу сказать, что один лучше, чем другой. Krishna will know. Krishna knows the heart of each and every devotee. Кришна, он знает все, он знает, что находится в сердце каждого преданного. All right. Some other questions. Very difficult questions. Очень сложные вопросы. Марина Матаджа, вы хотели задать вопрос? Кришна, Гуру Махарадж, приветственные поклоны, Святослава Шиле Прабхупаде. Вот в дополнение в Раджарани Матаджи ее вопроса хотелось бы задать, что преданные говорят иногда, что Махараджи приходят и забирают своих учеников. Правильно ли это? И если правильно, то как это понять, что у каждого есть свои предпочтения, санкиртана, поклонение и так далее. То есть итог один должен быть, что качество у всех одни развиваются в преданном служении. Спасибо. Приходят и забирают своих учеников в духовный мир, вы имеете в виду? Да, да, потому что у каждого получается свои, да, как-то вот на поклонение, кто-то на санкиртану, кто-то еще на какие-то, да, аспекты. Hare Krishna. Just it's Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble blessings. He is so glorious to Shri Prabhupada. It's in addition to Rajarani Mataji's question. Some devotees say that Maharajas come and take their disciples to the spiritual world. Is this true? Is this correct? And if it is correct, then how to understand that everyone has their own preferences, sankirtana, worship, and etc. So the results should be the same, that the qualities of all are the same in devotional service, is it? Thank you. Well, first of all, in our Krishna consciousness movement, we want to connect all the devotees to Srila Prabhupada. So it's not that just simply the Maharaj is going to take the devotees back to Godhead, but we want to connect devotees to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada will take us back to Godhead. И смысл не в том, что Махараджи приходят и забирают преданных
духовный мир обратно к Богу, а в том, что они связывают преданного со Шрилой Прабхупадой, и Шрила Прабхупада уже ведет нас к Богу. And going back to Godhead, we know there are different places in the spiritual world, there are different activities, so everyone according to their own nature will be properly engaged. И мы знаем, что в духовном мире соответствуют различные места, где люди заняты, человек занят по своей природе, и в соответствии со своей природой он вовлекается, вовлечен в ту или иную деятельность. For example, somebody maybe very simply want to be with Lord Chaitanya in the Sankirtan movement, and so there is also Mayapur in the spiritual world, and they can go there and take part in Sankirtan. Например, кто-то очень привязан к Господу Чайтанье, в движении Санкиртан, и таким образом в духовном мире также есть Майяпур, и этот человек может отправиться туда и участвовать в Санкиртане вместе с Господом Чайтанье. And somebody else, they strongly desire to cultivate the mood of Vrindavan, and they may enter into Goloka Vrindavan and be, with the gopis or the cowherd boys and be there, take part in Krishna's pastimes there. Например, у кого-то есть сильное желание развить настроение Вриндавана, и таким образом он отправляется на Голоку Вриндавану, и там участвуют в играх Господа Кришны вместе с гопи и пастушками, коровами. We read about grandfather Bhishma. You know, his meditation on Lord Krishna, he meditates on Lord Krishna as Partha Sarathi, as the chariot driver of Arjuna. So he goes to that planet where Krishna is the chariot driver of Arjuna. И, например, дед Бишма медитировал на Кришну в форме колесничего Арджуны, соответственно, он направился на ту планету, где Кришна выступает в роли колесничего. So Krishna knows the mind of each and every devotee, and he arranges for their proper engagement according to their nature and qualification. Таким образом, Кришна знает ум и природу каждого преданного и организовывает все в соответствии с их природой и желаниями. And we read also in Bhagavad Gita, Krishna says, I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. So it's not the Maharaj who's taking us back to Godhead, but it's Krishna himself who comes and takes us back to Godhead. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, я тот, кто высвобождаю из океана рождения и смерти. Таким образом, не Махарадж нас ведет к Богу, а сам Кришна. So we cultivate a particular mood, a particular attraction for some kind of devotional service. And that mood will become more prominent as we go on in our devotional service. И таким образом мы развиваем соответствующее настроение, развиваем какую-то привязанность к определенному преданному служению, и таким образом какое-то что-то становится для нас особенно важным. Now, often devotees' activity. We read about the Goswamis, they were meditating on their service to Krishna. И мы читаем, например, о Госвами, которые медитировали на свое служение Кришне. So it has a lot to do with our internal consciousness. Это также очень сильно связано с нашим внутренним сознанием. So these are some things to consider. То есть These are just some points. I'm just giving some points for you to consider to help you understand. И вот таким образом я вам дал некоторые моменты, которые помогут вам разобраться в этом вопросе. Is there another question?
no questions in the chat. Нет больше вопросов в чате, да? Дорогие преданные, все, нет больше вопросов, да? Нет вопросов. There's no questions. Okay. So we will just finish here. Да, здесь мы сегодня остановимся. So we hope all the devotees will have a nice Ekadasi tomorrow. Я очень надеюсь, что преданные замечательным образом проведут завтрашний Экадаши. Remember, the purpose of Ekadasi is not just fasting, but it's to increase our remembrance of Krishna. И помните, что целью Экадаши является не просто пост, а целью Экадаши является усилить наше памятование о Кришне. We increase our remembrance of Krishna by hearing and chanting. И мы усиливаем, увеличиваем наше памятование о Кришне благодаря слушанию и воспеванию. And the more we chant the holy name, the more we get the answers to all of our questions. И чем больше мы повторяем Святое Имя, тем больше мы получаем ответов на наши вопросы. The more we engage in devotional service, then all of these questions, all of these issues, things, our doubts, our thoughts, they can all be answered through the chanting of the holy name. И чем больше мы вовлечены в преданное служение, тем больше мы находим ответов на свои какие-то вопросы благодаря повторению Святого Имени. Because within the holy name, all the knowledge of the Vedas is there. Поскольку в Святом Имени находятся все знания Вед. So we get all of our answers just by chanting the Hare Krishna mantra. Таким образом, благодаря повторению Hare Krishna mantra, мы получаем ответы на все свои вопросы. Okay, so thank you very much, Srila Prabhupada ki. Jai. Go back to Vrindavan. Jai. Jai. Thank you, Tatyana. Jai. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Bhakti Vignesh Narasimha Maharaj ki.